Но контент, Объясни кстати, мне, хороший. почему у Наверное, вас... получится. Наверное, даже ролик получится. С тобой. Пусть получается. Пусть рассказываю все там своим этим, ну... И ты историю переписываешь, вот ты красава, у тебя очень получается прям. О, здорово. Ну что там, карту-то этого посмотрел, нет? Карту кого? Ты Гея думаешь, я Мегаплана. тебя помню? Гея Мегаплана показал, нет? Или что? Кого? А, ты мне там говорил, что не было у нас, было Московское царство, да? Помнишь, нет? Говорил, что... Московское княжество, да? Да, давай, заходи. Стрим Куда? ведешь, нет? Куда заходить? Я тебе сейчас покажу, где было. Где? Открывай. Что надо открывать? Открывай сайт Института истории Украины. Какой именно сайт? Сайт Института истории Украины. Института истории Украины? Какой именно сайт? Что, какой именно сайт? Там один сайт, алло. Ну что именно открыть? Ты открываешь сайт истории Что именно Украины. открыть? Энциклопедию истории Украины. Какую энциклопедию? На этом сайте ты На находишь каком этом энциклопедию. сайте? Сайт Института истории Украины. Какой сайт? Адрес можно? Ты что, лох, что ли? Нет. Есть Институт истории Украины. Ну? Ты заходишь на их сайт. На какую? Что именно? Ты что? Да не подгорай. Ты мне когда утверждаешь, что не было России, а Некого, было не было Московское чего. царство? Ты мне что говорил? Что Я не было тебя даже России, не было помню. Московское царство. Чувак, я тебя даже не помню. А я помню, я все Ну, скринил, все молодец. сохранил. Ну, Институт истории Украины. Что открыть мне Ты свои конкретно? слова берешь, что не было Что Московского им... царства, а была Россия? Что? Ты свои слова обратно берешь, что не было Московского царства, а была Россия? А когда была Россия? Россия Ну, возникла Русское с царство было. 1721 году. Ну вот, ты... А, это ты утверждаешь, так а до этого не было России? Нет. А что было до этого? Московия. Ну, ты уверен? Да. Давай, заходи, говорю тебе, сайт истории Куда? Украины. Сайт истории... Сайт Института Куда? истории Украины. Сайт Института истории Украины. Ты можешь зайти, нет? Куда? В смысле, на сайт их. Куда Вот именно? смотри, Ты есть, мой? допустим, я тебе объясняю, есть, допустим, Московский государственный университет. Ты Так. гуглишь его, у них есть свой официальный сайт. Так. Также есть сайт и у У Института кого? истории Украины. Куда именно? Ты не понимаешь? На нем открываешь энциклопедию истории Украины, Какую энциклопедию открыть? которая там есть в вкладках. Там 10 томов. Я понимаю, в ней ты должен конкретно подробнее найти Какой статью. том? Россия пишешь, статья Какой Россия. том? Сейчас я тебе все покажу. Ты странный, реально. Я тебе задаю, куда ты повторяешь Какой институт том? истории? Ты понимаешь, если у тебя есть какая-то определенная книжка, то ты можешь как бы в поиске там определенную Что в статью найти, поиске? заголовок. Что в поиске? Среди этих томов определенную информацию ты можешь Какую найти. информацию? Ты можешь сказать, Я тебе какой том? говорю, пиши Россия. Какой том? Просто Россия, напиши и все. Куда? В энциклопедии этой. По-украински, по-русски. По-русски, конечно. По-русски? На энциклопедии истории Украины? Да. Давай попробуем. Ну что там пишется? Почитай. Грузится. Обрабатывается информация. Акты Западной России есть. Акты Южной и Западной России. Но это мы знаем. Это название так статей. Сейчас он Это взято из загрузится, я думаю. Санкт-Петербурга. У вас так называются эти заголовки. Это написано Московское государство. Но тем не менее. Ну. Сейчас у меня грузится, я тебе все покажу. Ну. Энциклопедия истории Украины. Медленные сайты, не знаю. Много информации. Очень Это много же для этого. архивы.
Молодец. Еще раз. Русская. Ты написал, нет, Россия, да? Писал, я не понимаю, что открывать. Да просто Россия написал. Зачем тебе что открывать? Там написано. А, не надо ничего открывать, да? Не, ну в смысле, ты открываешь энциклопедию истории Украины, там пишешь в поиске из России. Россия. Пошук в тексте статей или пошук в заголовках? По заголовкам. По заголовкам. А я пошук статей назвал. Давай по заголовкам. Россия. По западам ничего не знайдено. Ты нашел? Кого? Энциклопедия истории Украины, нет? А, это ты? Чего убежал? Так, в смысле, ты меня сам скипнул? Я нет. Так я тебя тоже не скипал. Ну ладно, ищи, давай ищи, ты хотел найти мне что-то. Ну вот, я нашел тебе, смотри. Что? Россия, вид по-греческому Русь. Что Российская Россия? Где ты Россия. Читаешь это? Я вот читаю с сайта истории энциклопедии, ну, энциклопедии Украины. Какая статья? Статья, именно, вот именно статья Россия, вот, кстати, по-украински. Что статья Россия? Статья России именно. Так по-украински или по-русски писать? Да, по-украински. Сейчас введу. Так. Россия по-русски, по-русски, по-украински просто. Да пишу. Вот, смотрю. Ну, давай я тебе прочитаю просто. Не, все. Я открою сначала. Читать от себя не надо. Зубать. Ну почему от себя? Я тебе прям прочитаю по-украински, хорошо? Мне надо сначала найти, чтобы я понимал, что ты читаешь. Просто так читать не нужно. Сначала я найду. Да зачем мне тебе... А что ты боишься, что я сначала нашел? Ну хорошо, ты... ищи, я не буду тебя... Ну сейчас я найду, а ты... Потом скажу, когда найду, и ты прочитаешь. Так, ревень, ро... А, так, что... Какой? 376-й? Что 376-й? Ну? У меня вот статья «Россия» зеленым сначала. Ну вот, я открываю. «Россия», вид греческого, «Русь», да, официально, да, 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 «Российская да, Федерация», да, або да, «Россия». Да, да, читаю. Да, да, да. Давай, я прочитаю. Використовується також скорочення РФ з кінця 15-го століття, Велике князівство Московське, далі Російське царство, як титулатура, це ми знаємо, далі 721-1917 Російська імперія. Угу. Так. Подожди, подожди. Ти що читаєш? То, що ти мені відкрив. Там ще казав. Росія. Офіційно Російська Федерація або Росія не практикується, використовується також скорення РФ. Із кінця 15-го до 547 Велике Княжество Московське. Да. 1547-1721 Російське царство. Ну, 1721. Російське царство, правильно? Да. Російське царство – це по-українськи, тому що, відкрою тебе страшну тайну, в українському язикі нету слова «русское». Поэтому, поскольку это на украинском языке напишется, оно пишется российское, потому что российский в переводе как русское. Русское, потому что князи, цари, которые были там, использовали титулатуру всея Руси. Поэтому они обозначали себя еще в некоторый период как русское царство. В украинском языке нету слова русский, есть слово российский. Даже когда введешь в переводчике русский, тебе переведется как российский. Это проблема перевода. Ну, хорошо. Как ты сейчас называешь Российскую Федерацию в данный момент? Российская Федерация. Получается. Так в смысле, ты же говоришь, российская нет в украинском языке. Еще раз, я говорю, нету русского. Слово русский в украинском языке отсутствует. Я понимаю, но если он отсутствует, это не означает, что это нету. Объясняю. Это проблема перевода. Российское царство на русский... Не перебивай меня, не перебивай меня. Дай я тебе скажу. Здесь проблема просто есть маленькая. Когда ты читаешь «Российское царство», проблема в том, что в украинском языке нет слова «русское царство», если в украинском языке брать. Поэтому используется «российское». Это проблема ну, перевода. Хорошо. Это то же самое в любом языке. Хорошо, ни в одном языке, кроме русского, нету слова «русский». Вот такой парадокс. Да, поэтому это проблема перевода. Давай дальше дочитаем. Хорошо, пусть будет... Ну, дальше, давай дальше дочитаем. Следующий абзац. Давайте следующий абзац прочитаем. Следующий абзац. Где российское царство? Історичне до сучасної Росії Волго-Окська Міжріччя, де розпочинався процес держави, консолідації території, заселення предками. Ні, це другий абзац. Вот, у меня начинается российское царство, у джерелах русское царство, царство русское. Еплезиновый вариант российское царство. Назва Рос
Это где дочитаешь? Следующий абзац идет после Следующий абзац идет после этого. Историчное ядро сучасної России Волго-Окське Міжріччя, де розпочинався процес державної консолідації території, заселеної предками етнічних росіян. Після монголо-татарської навали 1237-38 років правителів північно-східних руських князів сперечалися за отримання в Золотій Орді ярлика на Велике княжіння. Ты видишь, какой у меня абзац идет, какой у тебя? У тебя что-то неправильное. Давай я тебе покажу. Сфоткаю тебя. Я с компьютера читаю. Ну, мы читаем с тобой одно и то же, пойми, типа. Смотри. Я говорю, что я... Вот у меня вот так вот идет. Видишь, первый абзац. Какой большой, а потом второй. Ну, хорошо, но я, ты увидел, что у меня такой же точно сайт. Видишь, у меня ну, тоже хорошо, зеленый. Но он опровергает тебе... твои слова. Я тебе, стой, нет, я тебе дальше хочу прочитать. Давай. Стой, я тебе свой абзац сейчас прочитаю, который я тебе еще хочу под вывод сделать. Давай. Слушай, Российское царство, Джерепах, Русское царство, да. Змина назви повязана земной статусом Москва-Володаря, да, вот. И дальше. У подальшему сберегалися назви синоними. Московское царство, Московское государство. У ЗХ Европы... Нет, тебе ты перепрыгнул. Я нашел, то где ты читаешь. Я нашел, ты читаешь? Чувак, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмой абзац. Нет, ты прыгнул. Ну, я тебе... Ну, ладно, прыгнул. Я тебе суть передал. Ты же сказал второй абзац. Давай я тебе еще раз прочитаю то, что ты мне сказал. Я объясню. Тебе суть передал, что это синонимы. Нет, не передал. Объясню сейчас почему. Смотри. Российское царство, у джерелах русское царство, царство русское, эллинизованный вариант российское царство, назва российской Минвижины 1547-1721. Еще раз, российское царство, когда ты читаешь, нужно понимать, ты читаешь на украинском языке. Ты читаешь на украинском языке. Когда оно пишется, оно подразумевает русское. Русское, как титулатуру, которую носили цари. Ты не прикуй, ты не привяжешь. Эта статья опровергает твой тезис. Что опровергает? Какой? Еще. Я тебе объясняю. В конце подводит итог, что смысл этого, это восьмой абзац. Что российское, это все одно и то же. Какой? Это синонимы. Чувак, пойми. Ты себя закапываешь. Зачем чувак, ты это делаешь? Чувак, ты закапываешь. Тебе объясняют, что Московское царство и... Московское государство и царство российское – это все одно и то же, это синонимы, пойми. Зачем ты это делаешь, чувак? Ты себя копаешь так сильно. Тебе только что все. Русское царство, царство русское – это синонимы. Еще раз, в украинском языке, успокойся, в украинском языке, все, я успокоился, больше не смеюсь, в украинском языке нету слова «русский». В украинском языке нету слова «русский». Ты читаешь по-украински. Поэтому слово «русское царство», оно пишется как «российское», потому что это пишется на современном, до, послереволюционном диалекте. Это современный шрифт, это современный диалект. Поэтому в этом языке никак не было русского, так и нету. Поэтому русский, когда ты переводишь в контексте, когда смысловой нагрузки российский, оно переводится как «русское», как титулатура, которая была тогда у царей. Ты этого не понимаешь, да? Специально, короче, в те годы, когда это писали, это же недавно написали, специально, наверное, забыли слово такое русское, да-да-да, специально, да. Да нету русского слова русский в украинском языке. Ну ладно, давай, открывай, давай дальше, Константинопольский договор открывай, будем там смотреть, значит. Открывай. Ну открывай, я тебе, ну... Ты споришь просто вот какими-то... Открывай Константинопольский договор, какого вот года? Каждый, ну, вот каждый человек понимает вот это, но ты какую-то вот дичь несешь. Открывай вот, Константинопольский договор, какого года? Споришь? Не было, ну... Открывай Константинопольский договор, какого года? Какого года? Ну? Ты вообще в себе, что ли, нет? Ты что спрашиваешь-то? Ну? Что, ну, какой договор? Константинопольский, я тебе говорю. Какой именно? Константинопольский договор. Тысяча семьсотого года.
1700-го? Давай, открывающий оригинал. Все тебе открою, все покажу. Давай, оригинал показывай. Доходишь на сайт Руниверс. Что Руниверс? Сайт Руниверс такой. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс. Вот на него заходишь. Мне VPN включать надо. Что? Мне VPN включать надо. Хорошо. Покажешь это мне, уже... что там документ был в PDF отсканированный. Читаю тебе. Покажи документ. Что ты мне показываешь? Вот документ. Это что? Напечатано или документ отсканированный? В смысле? Ну это отскан или напечатано? Конечно, как тебе такими буквами напечатают? Я ж не вижу. Ну там... Что-то там как? Древнерусский язык. Что древнерусский? Это скан или напечатано? Почему оно все белое? Скан это... Как тебе напечатают этот? Смотри, тут какой вообще... Скинь мне принтскрин в личку. Что скинуть принтскрин? Принтскрин, да, в личку. Закинь его ссылку и скинь. Сейчас. А сюда в чат рулетку тебе? Да. А как тут чат вставлять? Ну, берешь, кидаешь через архив как фото. Принтскрин. Да я понял, у меня смайлик просто стоит тут и все. Берешь, кидаешь. Именно как документ. Берешь, сохраняешь как фото отдельной ссылкой. Почту вкинь свою, почту у тебя есть? Почта, чувак, не войдите. Майл почта, давайте на майл почту перекину и все. Ну кинь мне ссылку документа, я VPN включу на телефоне. Зачем ссылку? У меня ресурс, у меня фотка. Ну, в смысле фотка, скинь ссылку этой фотки. Ну как я... ссылка, у меня фотка. Ну просто. Скинь ссылку на этом сайте, я тебе открою на телефоне, я включу VPN. На телефоне. Что, сейчас это... Мне что сейчас это искать все? Ты только что открыл, зачем тебе искать? Я открыл просто, мне сейчас надо это все в библиотеке еще искать. В какой библиотеке? Ну на сайте Руниверс. А как ты открыл? Что, сайт Руниверс открываешь, электронная энциклопедия, библиотека Руниверс. Ну, сайт Руниверс скинь мне сейчас в чат. Я тебе объясняю, заходишь, сайт Руниверс, библиотека. Ну, у меня он с VPN, скинь мне ссылку на этот документ на Руниверс. Я открыл, включил VPN. В смысле, найди сам, зачем я тебе нужно скидывать? Ну, в смысле, покажи мне. На сайт Руниверс зайди, ищи там все. Что искать? Договоры России с Востоком. Как водить? Где водить? Где водить? Ты на сайт Руниверс зашел. Где водить? Библиотеку нажми. Сейчас. Вон в поиске. Что водить? Договоры России с Востоком. Договоры России с Востоком. Сейчас. Политические и торговые. Сейчас. Открыл. Так что политические? Договоры с Россией, политические и торговые. Так, открываем. Открыл, вот у тебя книжка же розовая. Видишь ее? Так, книжка розовая. Какого года она написана? 1869. Чувак. Это книга 1869 года. И? Документ 1700. И? И все. Ты не понимаешь? И что? Ты не понимаешь. Чел, ты вообще в себе, что ли? Если эта книга написана в 1800 году, значит, какая и весь... разница? Значит, и весь текст написан в 1800 году. Текст написан, опираясь на определенные какие-то опираясь, данные. Но он написан в 1800 году. И что с этого? Документ 1700-го, найди мне. Летопись первая когда была написана? Найди мне документ, чувак, не сходи с темы. Ты сейчас чувак, закапываешь. Я тебе могу прочитать просто и все. Чувак, эта книга написана в 1800 году. Я тебе читаю трактат. Все, что написано Чувак, все, что написано в 1800 году по поводу 1700-го, это интерпретация. Все, что тут написали, это все... Это интерпретация. В смысле интерпретация? Это интерпретация того, что было в 1700-м.
А типа было не так. Возможно, не так. Точнее, не аргумент. А, ну все, понятно. Понятно. Пец, ты себя закапываешь. Ты такой гений. Да не, не подгорай, просто ты какой-то... Там ты говоришь, что нету в украинском такого слова. У вас есть замечательный музей. У вас есть замечательный музей в Москве. Здание называется «Муравьёвы апостолы» или «Институт декабристов», «Музей декабристов» еще называется. Там есть выставка от Москвы до Российской империи. Там предоставлены копии карт тех времен, от 14 века и до 18. И там есть отдельно, даже в интернете можно найти, лекция на сайте этого музея, где рассказывается, как эволюционировало от Московии, от московского государства до Российской империи. Можешь зайти и почитать. Это ваш ресурс, ваш источник. Можешь даже съездить в этот музей декабристов и посмотреть лично. Тебе уже ранее было названо, что это что все названо? Ты это не понимаешь? Нет? Нет, не было названо. Карту Гиема Гигаплана открой, посмотри, там все написано. Русь кого? Или Московия. Кого? В смысле кого? Кого открыть? Гиема Дебоплана. Кого? Гиема? Гиема Дебоплама. Гиема, а Гием какой-то? Гиема Дебоплана. Гиема. Карту открой. Да, с выговором у тебя проблема. А в чем проблема? Ты сейчас будешь к выговору? Гиема, Орлана. Ты сейчас... Это какое-то значение имеет. Гиена. Ну, гиена — это животное. В смысле гиена? Я сказал гиему. А гиему — это, походу, ты пытаешься на латыни гиену назвать. Я просто сначала сказал не девоплама, а гевоплана. Я сказал гиема, девоплана. Открывай карту. Гиема. Карту открывай, там все написано. Какую карту? Там написано Русия, Волга, Московия. Русия, Фарс. Волга, правильно. Вольга. Что значит Вольга? Вольга, ну что значит Вольга? Ну что значит Вольга? Как переводится? Вольга, что? Ну, переведи, я не знаю. Вольга — страна, названная жителями. Самоназвание. Что? Вольга в переводе самоназвание. С латыни. Какое самоназвание? Вольга в переводе самоназвание. Русия, потому что... Русия, потому что у царей был титул всея Руси. А Вольга — Московия, потому что самоназвание данной территории жители называли Московия. То же самое у Гиема Дебоплана есть Вольга Украина, потому что страна, названная Украиной местными жителями. Какую-то фигню говоришь? Просто полную. Нет. Хорошая история. Так, хорошая. Тебе про Константинополь прочитать, нет? Или ты не хочешь это послушать? Чувак, ты мне ссылаешься... Или там... Давай, мне интересно послушать, что ты про это скажешь, давай. Ты мне ссылаешься на документ. Ты мне ссылаешься на документ. Божьей милостью, царем и великим князем, пастором Алексеевич, сия великая и малая и белая России. Ты мне ссылаешься на документ. Читая... Давай, что ты тут, про тут ты что скажешь? Я же тебе только что, я тебе говорил 5 минут назад. Ты мне ссылаешься на документ. Ты мне ссылаешься на документ, не подгорайся, хорошо. Ты мне ссылаешься на документ, основываясь на работе, которая написана через 100 лет, когда появляется слово «Россия». И что? Я тебе объясняю, летописи были написаны тоже спустя определенное время. Это значит то, что там этого всего не существовало? Ну, во-первых, мы действительно, да, не знаем, как называлось тогда это государство. Ну, тогда про все давай так будем судить. Ну да, так и есть. Ну ладно, все про все тогда. Было, что-то было, что-то неизвестное было. Конечно. Ну, все решили, вывод сделали. Что, про наше время поговорим с тобой? Мне уж страшно представить, раз у тебя такие факты. Но контент, кстати, хороший. Наверное, наверное, даже ролик получится. С тобой. Пусть получается. Пусть рассказывай все там своим этим. Ну, и ты историю переписываешь. Вот ты красава, у тебя очень получается прям. Главное, не подгорай. Получится контент. Ладно, скажи мне, для чего ваше правительство переименовало Туль улицы в честь Романа Шухевича и Бандеры? Захотелось нам так, а что теперь? Ну, в смысле захотелось вам так? А что не так? Что вам не нравится? Ты поддерживаешь это, нет? Да. Для тебя Роман Шухевич, это получается какой-то позитивный персонаж? Спорный, но ни в чем, никаких документально подтвержденных фактов его преступлений нету. Все, ничего нету, короче, ничего не было. Ну, а есть какие-то документы?
Нет. Все, что пишут. Да не, ты что, братан, ничего нету вообще. Просто пишет придумали. Кто? Просто придумали. Все, просто придумали. Все, что вообще. Пишет кто? Нюрнбергский процесс, ты знаешь, что такое? И что там, Шухевич был? Ты знаешь, что это такое? Знаю. Кого там садили? Там разбирали про него? Нет. Чел, все, успокойся. Ты просто... Тут не написано там, здесь документа нету, здесь слова у вас в украинском языке такого нету. Это просто... Здесь вульга, здесь сами эти... Ну, вообще, ладно, давай, друг, удачи тебе. Спасибо за контент. Надеюсь, курсы истории... Спасибо за контент. Идеально.